Движение, в общем-то, аналогичное фехтованию. И здесь при длинной защите также важен локтевой ключ, работа локтем. Что это значит? Во-первых, когда мы стоим на дистанции, и противник наносит, допустим, правый прямой, я подкидываю свой локоть, перекрываясь, и выпрямляю руку, то есть получаем ту самую длинную защиту. То же самое, когда противник наносит левый прямой. Я смещаюсь с линии атаки и перекрываю тоже прямым движением. Работаем где-то в область бицепса связки. Почему? Если рука согнется, мы его остановили, он у нас не достает. То же самое, как мы уже все время разбирали, я могу длинным прямым ударить в плечо, остановив и сломав его защиту. Если же он наносит удар в корпус, то же самое, именно тем же длинным движением, аналогичным для него, как джебом, мы просто пресекаем его атаку. Если я его начал уже держать на вытянутой руке, но он хочет пройти вокруг. Мы закрываем локоть и тем самым перекрываем его. Я держу раз через верх. Еще раз. Подкидываем локоть, тем самым перекрываем траекторию так. Если же он хочет пройти под рукой, да, он входит в корпус под рукой. Все, просто по кругу опускаем руку, и тем самым мы получаем доступ уже к нему, правильно? И получаем доступ. Локтевой ключ работает здесь точно так же.